27 января мы отмечаем 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И пусть дата в этом году не круглая, когда речь о столь значимом событии, число прошедших лет не столь важно. По традиции, в этот день в поселениях Северского района прошла акция «Блокадный хлеб». Волонтеры рассказали жителям историю героического подвига ленинградцев и раздали символически испеченный хлеб. У нас к вам есть просьба. Придя домой, помяните всех, съешьте этот хлеб до крошки. И помните о том, что бросать хлеб в урну, футболить его ногой неприемлемо, потому что это ценность, не потому что был блокадный Ленинград. Это труд людей. Этот крохотный кусочек весом в 125 граммов часто решал исход человеческой жизни. Его выдавали строго по карточкам. У большинства ленинградцев это была единственная еда за весь день. Пекли хлеб из обойной муки грубого помола, которой что только не подмешивали. Жмых, мучную пыль, опилки, березовые почки, тертую кору. Более 600 тысяч человек умерло страшной голодной смертью в окруженном немецкими войсками городе. Память о силе духа и мужестве ленинградцев навсегда останется в наших сердцах.